Опять более 1000. За последние сутки в Одесской области зафиксировали 1064 новых случаев инфицирования коронавирусом. 708 у одесситов и 356 жителей других районов. За все время пандемии медики области констатировали болезнь у 61 038 человек. На сегодня в инфекционных отделениях городской больницы с диагнозом COVID-19 находятся 288 пациентов. Также 33 ожидают результатов ПЦР-тестирования. Свободными остаются 41 койка для госпитализации больных. От осложнений умерли 18 человек. Зато побороть вирус удалось 923. Отмечу, что Одесская область получила 502 новых кислородных концентратора, из которых 141 уже в Черноморске. Напомню, что с 19 декабря в силу вступают новые карантинные ограничения. Среди нового – запрет мастер-классов, массовых мероприятий в образовательных учреждениях. Музеи, выставочные залы и галереи будут ограничены количеством посетителей на площадь. Также изменения будут в рабочем графике заведения общественного питания. Они могут работать только с 7 до 23.